Как помочь бизнесу пережить непростой период? Главная тема встречи Владимира Слепцова с предпринимателями. В режиме видеоконференц-связи обсудили наиболее острые проблемы. Основные вопросы у бизнесменов связаны с субсидиями, кредитами и арендной платой. Глава озвучивает уже принятое решение. Каникулы именно в этой части для того, чтобы вы могли не тратить деньги на оплату аренды за имущественный комплекс, который вы у нас арендуете, а именно могли эти деньги вложить в развитие вашего бизнеса. До наступления коронавируса в Московской области были отлажены механизмы поддержки как малого, так и среднего бизнеса, рассказывает первый заместитель главы Михаил Трушко. Но они были эффективны в нормальном режиме работы. Сейчас необходимо либо скорректировать их, либо выработать новые. Для этого создан штаб для поддержки предпринимателей. Этот штаб, он сегодня фактически вербализовался. Да, то есть мы уже работали в режиме штаба, сейчас мы просто четко его артикулируем, назначим ответственных лиц и дадим совершенно четкий канал коммуникации с бизнес-сообществом. Антикризисный штаб будет работать на базе центра «Мой бизнес». Предложения и решения по поддержке предпринимателей будут формироваться с учетом запросов, поступающих от бизнес-сообщества. Оксана Зенкина, Дмитрий Кузякин. Наше время.